Крепость Шалатувар была построена рыцарями древности, так они могли контролировать горные регионы Еревана. Тем не менее, много лет назад рыцари покинули этот регион. С тех пор могущественный клан орков пришел и поселился тут. Орки — народ, который всегда был независимым и сильным, теперь служит врагу, заставляемый сражаться могучей силой. Здравствуйте, товарищи! Играем в Blade of Darkness за рыцаря. Возвращаемся мы к оригинальному маршруту. Прибыли мы в крепость Шалатувар, оккупированной урконацистами. Сейчас мы им пиздов-то надаем. Вот такую дубиночку мы нашли на прошлой карте. Да ладно, чё-то. Давай. Помахай там. Должны вроде были врагов-то посильнее сделать, поскольку я пришел сюда после 3 уровней. Ну, на 3 уровня позже, чем должен был. Но что-то пока урочки слабенькие у нас. Так, боевой меч, это рыцарский, но не актуален уже. Нам бы найти что-нибудь режущее, человеческое. Против урок-то и дубинка сгодится. Так, там стрелочник наверху. Да не один, черт подери. Как бы стать, чтобы не попадали по мне стрелы. Блять, и стыкали всего. Так, пойти уже этими стрелочниками-то заняться. Ёб их мать. Блядь. Сейчас мы и до тебя доберемся. Залез сюда. Так, стрелы нам не нужны. Пока мы нормально справляемся, боевые задачи не очень сложные здесь. Единственное, стрел в нас понатыкали немножко, но это мелочи все.
Дубинка хоть коротенькая, но по уркам нормально попадает. Здесь урка еще одна. Вломимся. Варварские доспехи, варварский меч, нагината для девочки и, сука, письмена. Дорога героев привела их к плодородным долинам Еревана, где они нашли убежище за высокими стенами этой крепости. Когда настало время уходить, Амлач, лучник солнца, отправился в свою страну Ворлок и поселился в его крутых ущельях, забрав с собой свою долю сокровищ и драгоценный камень. Горланд рыцарь вернулся и стал герцогом Морозного замка, где с тех пор хранится белый драгоценный камень. Что ж, вот она инфа по двум оставшимся камням. Еще нам одна руна нужна будет. Но здесь ни камней, ни рун. Но мы узнали, где эти камни, черт подери. О, не рассчитал-то энергию. Так, бутылочку-то наставил, вижу бутылочку. В принципе, скоро у нас будет 18 уровень, черт подери, товарищи, 18 уже. Железный замок. Так, мы без ключей. Давайте поищем. Так, сухарями сыт не будешь. Здесь еще замок. Замок от подземелья. Нужны нам, то есть, два ключа. Вот мясцо можно съесть. Оно всегда прекрасно ложится. Заглянем сюда. Какой-то тут, блядь, краеведческий орочий музей с черепами неизвестно кого. Слышу, чурок. Еще мясца съедим. Так, здесь сложный прыжок.
И в принципе это не особо нам нужно. Здесь еще мясо. Мы его подъедим. И доспехи для девочки. Так, и здесь обратно бы нам перепрыгнуть. Да, вот рыцарям нормально удается перепрыгивать. Я помню, гномам здесь почему-то не получалось. Так, копья, стрелы. Кого-то, блядь, слышу. Товарищи, вот у нас уровень 18, ключ железный и бутылочка на 1000 здесь про запас. Варварская коса. Все, чешем обратно. Так, блядь, еще двое откуда-то. Пропустил. Задамажили нас не сильно. Но вот чертов яд. Неприятная штука. Сырку еще съедим. Где-то был этот железный-то замок. Давайте подымемся. Что тут нам приготовили? Ах ты, пидорас. Ах ты, блядь. Ловушку нас заманили. Блять, как он меня ловит постоянно. Да добей ты его, ёб твою мать. Недоволен урк происходящим. Ты пидорас. Животное. Выпью я зелье силы, чтобы побыстрее с ним справиться. Да чё ты, блядь-то, не попадаешь? Все.
сам решил прийти. И ты тоже пиздов получишь. Пидорас. Так, откроем проход, который за нами закрыли. Так, подняться сюда не забудем. Собрать ништячки, которые тут припрятаны. Оба! Ятаган, зелье силы, вот оно. Так, это как раз рыцарское оружие. Дайте вот этот меч выкинем. А новенький возьмем. Так, ятаган для 15 уровня. Специальный удар делается опять-таки через северный крест. Давайте смотреть. Вот так выглядит. Тройная атака называется. Смотрите, целых 3 удара у нас. Выглядит весьма неплохо специальный прием. Если он будет доставать как нужно по всем, то вообще прекрасно. Так, и здесь что-то должно быть запрятано. Здесь зелье полного здоровья. Предлагаю его выпить. Спрячь, блядь. Что за привычка? Так, хоть этот меч на уровень ниже, чем моя дубинка, давайте его опробуем в бою. Тавра в логове интересного. Трезубец, черепа. Кости какие-то, блять. Дайте вот здесь вот спустимся. Мы пришли не отсюда. Кстати говоря. Ключ мы получили, да. Ключ от подземелья. Соответственно, давайте, товарищи, в подземелье и валим. Нихера себе. Неплохой весьма хитбокс, кстати. Все достает, все попадает. Мне очень нравится этот ятаган. Весьма неплох. Чего ты там мучаешься? Давай я тебя открою. Черт подери, прям наслаждение какое-то. Отрезать чуркам всякое. Бля. Товарищи, жизнь налаживается на глазах. Иди сюда. Thank you.
Да иди ты нахер, блядь. Блядь. Вечно от двоих нахватываешь. Сожрем целительного мяса. Тут нет ни хера. Это ключ от камер. Нужен еще один ключ. Пидорас. Да, очень хороший хитбокс у этого удара. Просто, блядь, части чурок разлетаются. Так, здесь такой же замок от подземелья, вернее, от камер. Здесь ключом открываются две двери. Ключ у нас где-то здесь. Пидорас. Как же мне нравится этот меч. Сука, блять. Бошку отрубить. Так, ну что ж, товарищи, жизнь прям налаживается на глазах. У нас нормально и дробящая, и режущая есть. Что еще надо-то для счастья? Только побольше урок, чтобы их обрезать-то по-всякому. Укоротить. Пидорасы. Сейчас я вам все припомню. Это тебе за Севастополь, хуесос. Оба. Огры ложатся так же прекрасно. Что ж, товарищи, мы получили нужный ключ. Почему-то написано, что ключ лежит еще на земле. Вон. Между ляжек отрубленных просматривается, что лежит ключ. Так, ну у нас он в инвентаре есть. Так что, а вот еще третий замок, который этим ключом открывается. Идемте дальше открывать всякое. Блять, ты откуда взялся? Да, блядь, плюс на блоке щитом. Никто не отменял.
Так, вот здесь еще открывается решеточка. Тут у нас какое-то мега пафосное копье для девочки. И, по-моему, больше ничего. Так что давайте валить. Вот сюда вот. Черт подери. Закрыли за нами решетку. Путь, сука, отрезан. Тут ничего. В соседней камере смотрите зелье на тыщенку. Хорошо. Так, а вон он, наш шеф. Спасибо вам, друг мой. Хотя вы и пришли слишком поздно, но надежда все еще есть. И только священные надписи на камнях показывают путь. Идемте со мной. Давайте покинем эту пещеру. И пока мы будем идти, я объясню вам, как я разобрал надписи. Нет! Пидорас! Вам всем пиздец. Наш товарищ мертв. За это, блядь, мы всех ур вырежем в этом мире. Устроим ебаный геноцид, блядь. Всех, кто остался, блядь. Со всей пролетарской ненавистью. Что ж за ёбаный плюс это на блоке? Всех, блядь, кастрирую. Так, ничего тут не запрятали. Это неразбиваемые какие-то бочки. Так, валим нахер. Закончили мы здесь упражнение. Сейчас мы на этом лифте выйдем аккурат в начало карты. Все, можно валить. Лорд Керман мертв. Он ослаб в результате пленной болезни, и жестокий клинок положил конец его судьбе. Его вера в то, что врага можно остановить, приободряет вас. И предупреждение о секретах и тайнах может чем-то помочь. Однако поиски продолжаются, и враги все еще опасны голубому и белому камням, которые находятся в ущелье Орлока и Морозном замке. Теперь следующая ваша цель — один из этих двух камней. Найдем оба, не ссы. Чешем в ущелье Орлока, товарищи.
Ущелье Орлока – это проход между горами, который граничит с древними королевствами и степями Севера. В прошлом эти горы составляли передовую линию обороны королевства. Отсюда и отправлялись короли на завоевание далеких северных земель. С момента последнего такого похода прошло несколько столетий, и даже само ущелье уже находится за пределами границ королевства. Всевозможные злобные создания теперь рыщут среди руин этих древних укреплений. Во времена до войны меча здесь был укрыт один из драгоценных камней могилы клинка, хотя теперь его судьба уже забыта. Ну что ж, время поморозить жопу. Черт подери. Ну что ж, товарищи, продолжим геноцид урок в следующем видео. Всем спасибо за просмотр.